Маленькая дурында. Кто маленькая дурында? Красавица моя. Пойдешь к себе сюда? Новую игрушку. Ну, пока что игрушку. Ан. Кто тут? Ханна? Какой большой туалет у тебя. Ханна. Ханночка. Какой туалет клёвый. Клёвый. В нём прятаться можно. Расскажи заодно про этот туалет. Нам друзья подарили туалет. На самом деле там была такая история. Они заказали для своих котов через интернет туалет. Вот. И не обратили внимания на их размеры. Заказали два туалета. У них два кота. Вот. И когда приехали туалеты, они слегка удивились. Они не поняли, для кого все-таки туалеты делают. И в итоге туалет у них, из-за того, что они такие большие, они оставили только один, и туда ходят оба кота в этот туалет. Вот второй туалет просто тупо в ванну не влез, за его уже невозможно такого размера поставить. Вот. А второй туалет они нам давно уже предлагали, у нас тогда не было еще рыси. Вот, и тут они нам подарили его наконец-таки. Я теперь знаю, для кого эти туалеты делают. Сюда вот я больше чем уверена, что взрослая рысь может ходить в туалет. Вот серьезно. То есть размер такого туалета взрослая рысь вполне сюда поместится. Но сейчас для нее вот она там жить может. Что, твой туалет не затрогать? Вот, так что спасибо большое нашим друзьям за такой замечательный подарок. Я даже, если честно, мы пытались найти в зоомагазинах, где купить такой, и как-то не нашли. Видимо, те, кто в интернете такое заказывают. А в обычных зоомагазинах... Ты обезьянка. Ты обезьянка. А в обычных зоомагазинах такой размер... Я реально не знаю, под кого делают такие туалеты. Но даже мейн-куны, ну как бы, ну блин, я не знаю. Ну даже мейн-куны не такие большие. Может, под нескольких мейн-кунов. Или может это туалет? Подожди, сейчас почитаю, что написано. А, да, туалет. Туалет для животных. То есть я думала, мало ли там, может, какая-то купалка, не знаю, что. Нет, это туалет. Причем прикольно такие борты сделаны. Чтобы типа не высыпалось, видимо, но. Да, ты это там надо делать. И я прикольнула этот туалет, она вообще, походу, не поняла, что это туалет. Но я же не все делаю. Главное, он мне нравится. Да, побычь. Держит оборону. Вот. Что, нравится тебе? Смотри, какой красивый, зелененький. Ну да, ну сейчас вот показывает, что больше красивый. Ты обиделась? Иди сюда. Упаковали. Скоро ты что? Ты его полюбишь. Сюда опилок насыпят. Она, кстати говоря, вот с коробками тоже играет, как все коты, только она почему-то туда еще и сыт. То есть мы ее убрали все коробки, раньше мы ее оставляли для игр, потому что она запрыгивала туда, игралась, там что-то грызла. Вот, но потом она начала эти коробки же иссать. То есть вообще непонятно почему. Непонятно почему. Не, я понимаю, но почему в коробке у нее есть свои туалеты, как бы там с опилками. А почему на голый картон она вдруг решила, что это тоже туалет?
Ну это пока она воспринимает как игрушку, но мне кажется, она очень скоро будет воспринимать как туалет. Как только там появятся опилки. Да? Такая заинтересованная вся. Ты обезьянка. Игрулин оставил. Обезьянка. Что, сдалась? Проиграла, жопа? Жопа проиграла? Чипопик. Все, довела Фиби. Успокоилась, довела себе, а? Довела себе. Анна. Все в порядке. Ты живо существо? Анна. Белка, ты белка? Летяга. Кто откинулся? Вся не поместилась, решила просто вниз откинуться. Все, что не поместилось, просто внизу. Рысь подросла. Однако да. Да? Подросла? Да. Ну давай, да. Да. Пресс качает. Ты говоришь, ты меня держишь? Котик. Надо. Кот. Опять. Зачем мне холодный стульчик? Я лучше полежу на пледике мамином, да? Моя девочка. Моя красавица. Хвостик он то виляет. Yeah.
наелась, нагулялась, наоралась. Вот как она сегодня утром нас даст. Как назло. Да, как назло. Мы не спали ночью, у друзей были в гостях, и она такое устроила нам ночью. Да? А теперь спит. У тебя язык такой шершавый. Я бы не сказала, что это приятно. Ты мой трактор. Блин, это больно. Какая мордочка, да, у меня. У тебя такая довольная.